це таке? А це мені? А мені це можна? Це таке дороге і красиве. Тільки попробувати. Що за життя? Нічого попробувати не можна. Почта на таких машинах. Не все, да. Что у нас должно быть? Да что-то должно из Лондона быть. Из Лондона? Да. Лондон, гудбай. Домой. Лондон, гудбай. Из Лондона, да? Из Лондона посылка, ребятки, пришла от Алексы. От Алексы. Як от Алексы из Лондона? Ну так. Вона ж не в Лондоне. Ну она не в Лондоне, но сейчас в Лондоне. Сейчас в Лондоне, ну, да? Ну да. Как же, боже, звездёж и провокации. Что, она не может быть в Лондоне? А на гражданство. Лондон? Ну да, и муж. Молодец, побывая тоже. Та що вона там живе? Побуває половину года чи як там? А полгода в Москві? Ну да. Сейчас вона в Лондоні, да? Ага. Ну вона приїжджає, уїжджає. Понятно. Я з Лондоні уїхала. Там квартира чи дом щось є? Жилплощадь може є? Квартира і дом є, мам. Молодець. Значить, вона мені там з антикварного. Я не буду висилати. Вона висилка нічого носа, я не буду йому висилати. Так вона не вещи мені висила, вона мені показувала, була в магазині, скидувала. Фотографії, зараз я буду показувати. Це теж, імею уваження, жінка висилає носи. Що я буду носити? Ти ж не знаєш, що це? Я знаю, допустимо, що це. Я знаю, що це. Ну це не одежа. Це, не одежа. Це, може, продукти хороші, такі, що в нас. Які продукти? Ти з голоду вмираєш, мам, скажи. У нас такого немає. Молодець. Виключи цей переговорочний пункт. І відео мене ближче. Ой, клас, это она мне показывала. Это серебро. О-о-о, шо це таке? Ножик, не ножик. Шо це така ложка така? Це шо, не обувь тобі таку красиву? Ти чо, с ума сошла? Это для торта. Для торта, да. Ой, красиво, молодец, Ирочка, спасибо. Вот такая, ну, ребята, ложка. Тут летит птичка, вторая вот, сидит. Видишь? Я же кажу, что у нас нет, в тебе такого нет. Это чистое серебро. Ну, у тебя посуда отлично вся. Это старинное лондонское серебро. Английское. Нет, цена ему есть, что нема? Ну, вообще дорого, я в таком смысле, бачу, тяжелое. Ну, относительно вам. В общем, вот такая ложка. Красиво. Это чистое серебро. Красиво. Вот. И с этой стороны с узором, да? Да. Сильвер, видите, серебро. Вот так, самолка, раз. И тортик, раз. Кусочек. Дальше. Газеты. Английские. Представляешь, английские газеты. О, а, из Лондона. Очень хороший. Боже, ребята. Вот такое число интересно. Ой, как интересно, что в мире происходит. Ой, я буду читать прессу лондонскую. Да, кто это? Панорама. Мама читает. Красивые газеты. Сара Хердинг. Это по-английски написано? Ну, а по якому? Ну да, с класс ты хорошо заберешь. Дай ей. А яке ж це число? А нема? 13 октября, вот, пожалуйста. А, нет. А вот 23. Это страница, мама. Страница. Ну, какие-то старые газеты, короче, я так понял. Это ж новая пресса. Ну, яка разница, читать можно. 16-го а ты, года. А ты переведешь их? Сможешь? Куда? Ну, на русский. А зачем мне? Я на английском читаю. Читаешь и понимаешь? Ну, да. Молодец. А ты ж английский не учил, ты ж немецкий учил. Как не учил? 10-11. А вот, ты вот, Владимирок английский, да? А дома немецкий. А дома ты маленький, ты ж говоришь. Ну вот, читаешь, читай. Это такая салфетница, я уже поняла, она мне показывала. Тоже серебро. Что это такое? Салфетница, у меня такого красиво. Нету. Это на все красиво. Купила серебряное. О, на столе у тебя будет красоваться. Знаешь, Алекса, молодец.
Все равно она тебя не забывает. Такие хорошие вещи шли. Одеваешь, вот. Не одеваешь вещи. Так все выкидать, да, Сема? Коробки эти. Это серебряная штучка такая обалденно красивая. С таким узором. Вообще. Ребята, очень красиво. Мне нравится. Так вот так прямо ставится на стол? Да. Наподобие у меня стоит такая, типа металлическая. Ну, у меня стоит форма такая, помнишь? Помню. Он же есть. Бач, на ножках красиво. И тоже так узорчик хороший. Вот эта штука для чая. Да. Такая, ну для сыпучего. А-а-а. Но мне надо чай. Ну, тоже девочка. Старинное. Ой, красиво. Серебро. Ты можешь держать на столе, если тебе не спорта. Ой, яка красиво. Ты шо? Цей посылки цены нема. Чтоб ты знал. Дорога. Это все она купила в магазине антикварном. Класс. Что это? Сумочка. Это сумочка ось хорошая. Что-нибудь можно. Чи носочки складать. Тут можно бумагой застелить внутри или чем-то. И чай. Это для чая. Ну, можно для сахара. Вообще, это как сахарница. Ну, как для сыпучих, вот она говорила. Для чая. Да, в магазине ей так сказали. Такие три вещи хорошие. Вот три такие вещи из Лондона. О, с Лондона. Угу. Все здорово. Це дай мій ножик, хай там не красується. Такие, ох, вот красота. Спасибо, Ірочка. Самвелки буде все стоять на столі, напоминати Ринку нам. Мені, а не тобі. Красиво. Для тортика, угу. Для салфеток, для чая. Красиво. Тяжело, Самвел, тяжело. Ну, не сильно тяжелая. Что, где же она тяжелая? Ну, та де, она легкая. Ну, не так легко, ну. Ну, така. Ну, да. Ну, нормально, средняя. Это вот тоже легче. Да. И это вот. О, бачишь, как тебя сразу украсить. Угу. Це на стол с салфетками поставишь. Ну, тебе той будет кидать. Дивись, чтобы не розбили. Ну, а что оно сделает? Ничего не сделает, это же металл. Очень красивая, конечно, работа. То, что он у тебя такие вещи хорошие разбивает. Или остается наказанным. Остается не наказанным. Листочки типа с ягодами какими-то или ежевикой. Или что-то. Красиво. Это вообще очень старые вот эти вещи. А? Это очень старые вещи. Ну что, плохо? Нет, хорошо. Это старые хорошо. Просто. Ты же так и любишь, сынок. Почистишь дома. Старинное английское серебро. Почистишь дома. Почисти все. Хай хоть як. Ну, все. Красиво. Такие вот. Ты что? Тебе такого не было. Ну, так. Спасибо, Ира, огромное тебе. Спасибо, краса, красиво. Да, все дошло, все. Да, это я даже газеты туда. Буду читать. Такая красота. Ну, что? Ирочка, спасибо большое. Красиво, красиво. Я рада, сынок, что у тебя появляются такие хорошие вещи. Ой, мама. А то думают, мама, бери собі, сейчас скажет, мама, собі заребать. Та я не думаю, что лучше все Самвелки. Ему больше жить, как мне. Угу. Молодый, хай живий, хай пользуется. А не Тетяна Васильевна собі. Або, как сказали мене тут, как серпом по яйцах, что краду его гроши, висилаю Едику. Така вже ложь, звездеж и провокация. Я не хочу ругаться просто. Не спасибо, хочу. Ира, так красивые вещи. Такие уже дивные есть люди, вообще. Так из Лондона приятно. Да, конечно. Откуда? По-моему, из Лондона еще не было. Или были посылки из Лондона? Вот кто помнит, была посылка из Лондона или нет? Я не помню такого. По-моему, была посылка из Лондона. Может, и была посылка. Была. Вообще, мне нравится из Франции, когда посылка из Лондона. Из Лондона была. Из Америки много, да. С России много. Ирочка, я желаю тебе хорошо проживать там. И приезжать в Москву. Москва ближе до нас, как Лондон. Не жмуш там. Я приехал домой. Смотрите, как красиво в этой квартире смотрится вот эта штучка. Не знаю, что туда можно положить. Ложка. Ой, знаете, чухал задницу. Ну как? Ну, спину чухал. И вот немножко ее она как согнулась. Такая как раз, быстро становилась, чтобы она не треснула тут. Я уже побоялся ее разгинать в другую сторону. Вот так вот взял и чухался сзади. И блин, как-то надавила, она согнулась. Но я у мамы лежал и чухал. Ну, вот так она выглядит. Мне кажется, вот так она лучше выглядит. Для торта вот так прямо ширять как-то некрасиво. А вот так, как лопатку поддеть торт, очень классно. Мне кажется, и хорошо, что она чуть выгнулась. Вот. Может быть, у кого-то была такая.
кто-то может рассказать. Вот интересно, что это значит. Его ПМ 5126 ФЕ, что это значит, не знаю. Это с птичкой такое вот. Это вот тоже, тут смотрите, интересно. 20, це плата, 1758. И там что-то супер чирлити хорба. Что это, как это читать, даже не знаю. Сильвен плат. Ну, может быть, кто-то знает, что это. Более подробно. Покупаю себе такое печенье. Вот, типа галетного Мария там. Вместо десерта. Это сейчас самое сладкое, что я ем. Ты же накушайся, накушайся, зайчик. Слазь, слазь. Вот. Ну, такое. Так у меня. Чистота и порядок. Вот, а это хочу газету читать лондонскую. Ой, как приятно, что с Лондона. Вы можете представить себе с Лондона? Какая крутизна. Кстати, женщина мне ответила то, что по Томасу писала. Она говорит, я очень рада, я тебе, говорит, все расскажу. Оставила мне свой WhatsApp, говорит, давление у него высоченное, 200 с чем-то на 100 с чем-то. Она мне сбросила в Инстаграме фотографию давления. Я говорю, ого. Говорит, хорошо, что вы встретились, говорит, я дальше расскажу все. Ну так, кто его знает? Я же не придумаю, я же вам показал переписку. Так что такие дела. Спасибо, Алекса, тебе еще раз. Очень красивые вещи. Очень интересные. Вот я сюда хочу, скорее всего, ребята, чай. Ну что можно сюда? Ну конфетница, печенье, какой-то бисквит. Что за бред? Какой бисквит сюда положишь? Вот у меня, допустим, есть чай. Вот. Я могу... Вот, ну, высыпать как-то, мне кажется, ну оно не вреда не наносит, допустим, это серебро. Не знаю, оно ж не вредное. Может быть, вот так просто. Вот так, там чаек. Ну, или бумажку такую, знаете, красивенькую, как вот для кексов, знаете, такое что-то поглубже. И в него вот так вот раз уже закрывать. Это у меня будет для чая такая штучка. Очень красиво, оригинально, по-моему. Эта салфетница будет на столе стоять. У меня нету. Я ставлю туда салфетки, куплю специально красивые. Будет стоять на столе в этом, в гостиной здесь. Так что, ребята, такие дела. А я сегодня варила такую кашу себе. Кукурузу, пшено. Разварил. Хорошо, говорят, для печени. Вот это пшено. Каша из пшена. Не дери ротанг. Чего ты ротанг дерешь? А? Зайчик, ты бачив братика свого кудластого? Бачив? Там такий мальчик ласковий. Принести до тебе? Та ні, ребята, я боюсь. Цього козла коронавірус. Ні, він і гаїст страшний, не буде вже зміняти. Соблазн, звісно. У мене є один код. Я не хочу взваливати на себе більше, чим я би мог фінансово це потягнути. І мені не тяжело, хоч би три кота у мене бігало під ногами. Ну просто, що я не хочу стресувати Томаса. Я не сволоч, не могу. Ні. Извините. Я буду его пристраивать. Мне как бы говорилось, чтобы я его помог ему выжить, чтобы он зимой не погиб. Я это сделаю. Ой, ребятки, у меня появился такой цветок красивый. Интересно, кто угадает, откуда он. Вот я хочу для него взять высокую подставку и поставить его на подставку. Это долларовое дерево. Видите, оно такое пухленькое. Вот, интересно, кто-то узнает, откуда оно у меня появилось или нет. Просто интересно. Вот такая красота. Смотрите, живой цветок. У меня женщина работает сегодня. И еще у меня... Ой, как сразу чистенько. Еще у меня тут тоже новые какие-то приобретения. Так, ситечко для муки. Это для вилок ложек. Чтоб я разгрузил эту хлебницу. И кое-что такое есть. Интересно, кто узнает. Угу. О! Боже, какая прелесть. Это вкус детства, ребята. Тома, да, у тебя такая в детстве, Жень. Угу. Мелко в детстве кушал.
Это белочка, вот это смотрите. Так, это грибок, ребята. Это елка или шишка. Вот это вот. Это орешек. Ну, орех, гриб, белка. Класс. Спасибо большое. Ой, магазин, да, и не сравнится. Класс. Кто угадает, откуда у меня это взялось, получи лайк. Надо мило лайк кому-то, да? Объедение.